Скажите, пожалуйста, доктор, а вот если купили все-таки пластиковую ванночку, то есть такое мнение, что в ней вода быстрее остывает, чем в чугунной. Так вот, нужно ли более горячую воду набирать в пластиковую? Знаете, это здорово. Вообще, сам факт остывания воды, это факт очень полезный, потому что это фактически процедура закаливания. Да? Если, конечно, вы будете купать ребенка в течение 2 часов, то она может остыть принципиально и будет, наверное, прохладно. Но, как правило, люди все-таки не купают детей дольше, чем 30 минут. Но некоторые там особо активные купают 40 минут. Но за это время обычно вода остывает на 3-4 градуса. Это совершенно нормально, это очень даже полезно. Так что я считаю, что это вообще не аргумент. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. И будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в YouTube.